Перерыв. Охотник за сокровищами. Это еще один великолепный квест компании Крио, которая славится созданием игр приключенческого жанра. Главный герой, молодой человек, приезжает к своему дяде, который строит собственный морской музей. Однако для этого дяде необходимы немалые средства, и он просит племянника отправиться на поиски сокровищ, находящихся на когда-то давно затонувших кораблях. Нашему герою придется обследовать 5 таких кораблей, но прежде он должен узнать, где они находятся. No.